Виктория Гончаренко учится в 10-м технологическом классе, изучает производственную и инженерную деятельность. Но в этот раз решила углубиться в ботанику и посадить свое дерево. За дело, как и большинство участников акции, взялась со всей ответственностью. В общем, было в планах через 6 лет, после того, как я закончу университет, приехать сюда и посмотреть, что стало вот со школой, с деревьями, просто ради интереса, почему бы нет. Я хочу, чтобы мои дети тоже сажали в будущем деревья. 2 раза в год, весной и осенью, жители Подмосковья делают регион зеленее. Весной – это акция «Лес Победы», осенью – «Наш лес, посади свое дерево». Для многих такие экологические акции уже традиция. Сажать деревья приходят с семьями и даже с коллегами. Светлана Витальевна преподает математику, занимается волонтерской деятельностью. На собственном примере показывает школьникам, как важно бережно относиться к природе. Я считаю, что сплочение прежде всего. Ну а потом посадить деревья для того, чтобы все-таки у нас был лес и зелень. Обновленный стадион школы «Квантум» украсили 50 кленов и столько же кустов дерена. Всего же в Одинцовском округе организовали 37 площадок. На них высадят почти 20 тысяч саженцев. Акция «Наш лес, посади свое дерево» стартовала в регионе 16 сентября и продолжится до конца месяца. Карина Яряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».